Хотите ощутить настоящий дух соперничества? Проверить свою реакцию? Провести слаженные командные действия, чтобы победить? Тогда это моба-игра для вас. Теодарт – российская игра в жанре 3D-моба, вобравшая все лучшие механики зарубежных аналогов. Множество разнообразных игровых режимов позволяет объединить от 2 до 24 игроков на локации одновременно. Здесь есть где разгуляться для прокачки и изучения красивейших игровых просторов. В бою используется система без прямого выделения объекта мышью Non-Target, эпичное сражение, осада замков, разнообразные истории, персонажи, множество типов брони и оружия. Приветствую вас, дорогие наши зрители, Golazo 2. Что это за игра? Говорят, что не напоминает эта игра славные дни аркадных футбольных игр, воскрешая воспоминания о культовой классике, которую мы все знаем. В этот сиквел добавлена уличная механика и поля, чтобы придать игре большие глубины. Определенно идеальная игра для людей, которые настороженно относятся к футбольным менеджерам или сложным хардкорным симуляторам. Вы просто берете свой планшет, садитесь на диван и играете. Она, кстати, да, действительно поддерживает и... Так, Windows, PS, Xbox, Nintendo... И все, больше ничего. Давайте перейдем к тестированию. Так, что у нас тут? Мышка вообще никак не взаимодействует. Стрит, кут матч, национальный матч и уличный матч. Так, есть клава. Помните, как первые наши эти? Все. Ну, давай выберем какой-нибудь... О, герои. Против музыкантов, ёпта. Уличный, чисто уличный. О, ёлочки, зима. Play. Так, теперь надо разобраться, как управлять. Center. Так, да, подожди. Center. Подожди. Так, jump, подожди, управление, так, short, left, the pass, скорость, ну, вроде, все взаимодействия, все вот эти, так, давай, так, а нахрен мне реплей, успокойся, не надо мне позор этот пить, так, почему они опять ходят? Хорош. Ой, хорош, смотри, что творит. Давай. Ой, подожди. Да ну, да угомонись. Да хорош, что так быстро-то все, я даже не понимаю, что происходит. Да ну. Я не понимаю, что происходит. Смотри, просто подножка. А, да ну, просрал мяч. Какого хрена вратарь вы... Так, мяч надо понять. На. Да хорош. Сам себе. Я худею. Да хорош. А есть какая-то автовод? Нету. Там, короче, зажимал кнопку, он почти бегал за ними. И теперь они начинают. Давай. Оп. Давай, выпину. Да хорош. Аут. Ну? Что происходит? Забаговался кто-то? А, ну не хотите, как хотите. Да хорош, какой гол нахто. Это писец, блин, это реально писец. Да хорош, он просто... Смотри, он прям вратаря забивает. Просто рубля, муха, надо так поиграть. Да хорош. Почему? Как подножку сделать? И просто гол на изи забивает. Посмотри, 0-7. Хотя бы один гол подайте забить. Да ну.
The match is going to end soon. Shoot. В смысле? Гол. О? Я почти, кстати, получилось. Так, где я? Да хорош. Ты посмотри, что просто творит, как мне так управлять. С джойстиком, мне кажется, геймпадик удобнее, все, наверное. Ты посмотри, просто выносит. Так, ну-ка, подожди. Да-да-да, рестарт матча, сейчас попробуем. Такие важные пиписки. Так, давай, мы теперь опять начинаем. Оп, допустим. Да хорош, ты что творишь-то? Подожди, 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 он сейчас... О! Да смысл? Сам себе забил, блин. Сам себе забил. Просто забежал в свои же ворота. Shoot. Да хорош, он как так... Как они это делают? Объясните мне. А, ну все понятно. Center. Ай, хорош. Да нахрен... На. Такое ощущение, что я сам забиваю и все. Ну, допустим. Гол, первый гол забил, охренеть. Охренеть, я первый гол забил, ребят. Ну. Опа, тихо-тихо. Блин, тут кнопка, путаешься больше, больше путаешься кнопками. Давай, допустим. Пошел. Давай, давай, забей. О, да в смысле, на месте вратаря просто снесли, да. Личный футбол все-таки, это да, оно такое. Надо будет попробовать матч. Так, тайм закончится, но он просто... А, ну сейчас будет смена, смена, смена. В прошлый раз у меня вообще прям... О, да смотри, просто. Просто вынесли. Давай. Да в смысле? Опять прикалываешься или чё? Охренеть. Так, короче, пробел подкатывает. Ну. Как у них так получается? Объясните мне. Почему это не сработало? Охренеть просто. Там оптимально это вот типа такого. Просто снести. Ну нахрен. Хорош, хорош, да хорош, почему к мячу-то не бежишь? Я не понимаю, почему не делает подкат. Почему меня выносят после этого, но здесь не работает этот подкат. Просто смотри, меня на месте выносит. Так, хорош, подожди. Ну. Счет на лоб пас. А, подожди, все, я понял, скорее всего. Так, выйдем из матча, сейчас попробуем. Не, так цветочно так неплохо, кстати. Допустим. А есть Россия? Казахстан есть. О, Россия. Россия, прикольно. Будем биться против Казахстана, есть прикольно. О, Венесуэла. Украина, Россия, Украина. Прикол. Так. Давайте будем проверять, тестировать. Тут сейчас жесткий матч. Жесткий матч. Ууу, Грофа неплох, слышь.
The post saved them. Опа. Допустим. Погнали. Да хорош. Ни одного не понимаю, как делать подсечку. Ух, вышел. Оно, видите, оно непонятно. А, ну вот, подожди, сейчас прошел. Да в смысле? Прям перед воротами. Совсем ебовое или что? Смотри просто. А что, это не засчитывается или что? Так, дэшка переключаться. Хорош. Ты посмотри, просто вынес. Сразу подножку делай. Без прям. Убивай нахрен этот мяч. Хорош. Это кто у меня такой? Погодин. А какой? Куда ты бьешь-то? Петушара. Хорош. Ух, ничья, походу, будет, наверное. Еще надо... Жестко, очень жестко. Подожди. Переключение. Да хорош, тут очень неудобно переключаться. Да ну, гол. Забили гол. Да хорош, почему у них подкаты такие, сука, работают, у меня нет. Хорош, скотина. Так, выше. А с хера вышел в этот? Да на. Хорош. 1-1. Ты посмотри, какие это без. Хорош. Hurry. The match is going to end. Ты что творишь-то? Алло. Да в смысле, ты кому отдаешь-то? Полупокер. Опа, отлично, первый подкат удачно. Ты посмотри, они как выносят. Хорош. Тайм. Тут мы переиграем, тут такого не может быть никогда. Блин, ну прикольно. Прикольно такое. Погнали. Хорош. Почти. Блин, кнопка путается постоянно. Хорош. В смысле, у них есть теперь. Хорош. Мимо, ушел. Бля, я кнопку фибута просто. Хорош. Охренеть. Посмотри, просто вынос мозга. Хорош. Посмотри, какая защита хорошая. Хорош. Ну, вставай, шустрее, дебил.
Бля, ты дебилоиды. Посмотри, че, как они... Неудобно. Вынес. Отлично. Пошел. Хорош. Хорош. Shoot! Да ну. Как он ровно. Поймал. Ты че творишь-то, говнюка? Блин, мог бы удар быть, кстати, неплохо было, но... Вот эта сторона мне лучше заходит. Да хорош. В смысле? Блок. Ай, красавчик. О, что ты делаешь? Хорош. Я вообще пас ударил. Вообще пас просто. Хороший пострел сейчас был. А, понял, просто. Так, 1-1. Допустим. У нас еще 60 есть. 30. Хорош. Ай-яй-яй. Да хорош. Блоч. Мимо. Хорош. Отлично. Посмотри сразу. Да блин, ты не туда пасуешь, дурачок. Блин, попасть очень тяжело, поэтому. Они вообще косоглазые или как? Оп. Сразу же. Прям сразу вынес. Опа. Попал. Хорош. В смысле? Алло. Ты что творишь-то, скотобес? Давай, 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 давай. Нет. О, хорош. Хорош. Красавцы. Так, дал. Смотри, сразу прям. Закончится. 0-0. 1-1, точнее, всегда ничья. Все-таки правильно, собратья, братья. Так, ну, короче, я предлагаю на этом закончить. Достаточно веселая, прикольная, красивая игра. Короче, победила дружба, как и всегда. Все-таки мы братья-славяне. Поэтому, как ни крути, всем спасибо. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока.